Иван Алексеевич Бунин. Рассказ Кавказ. Краткое содержание. Перед прослушиванием подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски и поставьте лайк. Приятного прослушивания. Рассказ Кавказ. Ивана Алексеевича Бунина был написан в 1937 году и вошел в знаменитый цикл Темные аллеи. В это время писатель уже давно жил за границей и очень тосковал по родине, которую был вынужден оставить после революции. Основной темой рассказа, как и всего сборника «Темные аллеи», является любовь. Описания хмурой Москвы и пейзажей Кавказа отражают переживания главных героев, жены офицера, уехавшей с любовником на Кавказ, и ее мужа. Главные герои Герой-любовник — взволнованный, глубоко чувствующий человек, понимающий всю неправильность своего поступка. Женщина — безымянная героиня, готовая пожертвовать своей репутацией ради сильного чувства. Другие персонажи Супруг героини — офицер, человек чести. Краткое содержание История ведется от лица любовника московской красавицы, супруги офицера. Он приезжает в столицу, останавливается в незаметных номерах в переулке возле Арбата и ведет жизнь настоящего затворника. Во время редких встреч женщина делится с ним своими опасениями, ей кажется, что муж что-то подозревает. Возможно, ему случайно попалась на глаза их переписка или же он намеренно подобрал ключ к ее письменному столу. Женщина уверена, что от мужа можно ожидать что угодно при жестоком, самолюбивом характере. Он следит буквально за каждым ее шагом и дает понять, что ни перед чем не остановится, защищая свою честь, честь мужа и офицера. План любовников весьма дерзок: они намерены вместе отправиться на южное побережье и провести совсем диком месте 3-4 недели. Они останавливают свой выбор на Сочи, но, чтобы замести следы, женщина оставляет мужу адреса в Геленджике и Гаграх. Согласно ранее намеченному плану, любовники отправляются на Кавказ в одном поезде, только мужчина прибывает на вокзал как можно раньше, а она как можно позже. До последней минуты они не верят в реальность происходящего, уж слишком великим счастьем. Кажется им это совместная поездка. Прибыв на место, возлюбленные в полной мере наслаждаются южным солнцем, морем и экзотической природой. Герой просыпается рано и сразу отправляется на прогулку затем они пьют чай и до завтрака купаются в море, а вечером неспешно прогуливаются среди цветущих магнолий, пальм и чинар. Офицер, заподозривший супругу в измене, принимается искать ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На второй день по прибытии в Сочи он купается в море, надевает белоснежный китель, заказывает бутылку шампанского и кофе с шартрезом, Неспешно выкуривает сигару и стреляет себе в виски из двух револьверов. И что в итоге? Любовник и женщина наслаждаются отдыхом и обществом друг друга в Сочи. Обманутый муж, убедившись в измене супруги, убивает себя из пистолета. Заключение. Основной темой рассказа является любовь, которая может как наполнить жизнь яркими красками, так и стать причиной глубокого отчаяния.